Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Да, идешь, иду навстречу. Нахуй кинься ты. Ну зачем вы так про него, ребята? У меня еще у него на проекте батли. Так. Когда трек какой-нибудь релизнешь? Молодой человек. Челодой миловек. Трек релиз, ну да, не знаю, чувак. Есть, по идее, треки, которые можно дропнуть. Два трека есть, но что-то пока неохота. Привет, Исла, как ты? Я хорошо. Привет, очень рад, что ты прошел на 140. Спасибо. Пизжа всяких киргизов. Нахуй Кингстон, блядь. Как ты будет и РНБ и на 140? Не знаю, чувак, это охуительный вызов для меня. Посмотрим. Так, когда батл с Псайбоем дропнут? Ой, не знаю, скорее всего. Когда? Они же на слово back to beat они странно выкидывают батлы. Они выкидывают не в субботу, не в воскресенье, кажется, в пятницу или по средам вообще. Ну, короче, насколько я знаю, следующий батл мой выйдет. Дреды заебатые. Это не дреды, чувак. Deviant Gang. О, ужас, Кустаная. Привет. Так. Ну, как ты? Да, нормально все? Хуею с тебя с того момента, как ты бизи на минималках уделал. Все за тебя. Спасибо, чуваки. У меня с тобой фотка. Ивпад. Ништяк. Откуда ты, Ивпад? Где мы с тобой фоткались? Там же триллер есть. Не триллер, а трейлер. Русик, че тормозишь? Залетай в косту, братан. Блин, я не знаю, когда вкусная появлюсь, если честно. Следующий батл СДУ с Кири. А кто сказал? СДУ с Кири 20 числа. Твой 27-го. Бля, ну не знаю, ну ладно. Ну СДУ с Кири такой себе батл. Ну как, короче, что могу сказать. СДУ хороший чувак в жизни, но мне не понравился его батл. Ну батл с его стороны. Макс Кири крутой, Макс Кири сделал круто. Уф, Солнце Бол. Солнце Бол. Знаете такую игру, пацаны, Солнце Бол? Слава БТБ. О себе ковну. Короче, всем помахать. Классная функция. Там сверху на тизере были числа ведь. А, числа были на тизере. Я что-то даже не обратил внимания. Ты пиздатый, братан. Да это не клип, это просто стрит-видео. Чувак. У меня хуй толстый, чем ноги плей блека. Привет, Анука 16. Анука 16, кажется, Ануар, да, тебя зовут? У меня с ним две фотки. Воу, Русик. Могло бы быть и три, Русик, если ты в Алмату, ой, в Москву приехал. Батл когда? Батл скоро. Шингисхан. Привет, короче. Привет, братан Шингисхан. На HP BPM у Ислы будут батл. Зацените, HP BPM это что такое? Я про технику пулемет. Пулемет? Так. Когда EP помимо батлов треки. Бля, не знаю, чуваки, честно. Я бы с радостью что-нибудь выложил, но что-то как-то я, блядь, то одно, то другое, короче. Не успеваю. Ой, я вижу, там кое-кто стоит, меня ждет, кажется. Да. Так, с кем работаешь, что? Go battle, Southside. Да, кое-кто стоит, меня ждет. Короче, мужики, я должен с вами попрощаться. Ладно, давайте.
Сори, что такой короткий эфир. Всем салам. Салам алейкум, чуваки. Так, батлы выйдут в сеть. Какие именно батлы? Стоп флоу или мои батлы? Что там нарвать на битах, брат? Сегодня нарвать на битах выложили афишу. Я у себя ВКонтакте же репостнул, короче. Там можете посмотреть, с кем мы в паре. Батл Stop Flow сегодня будет в 2 часа ночи, скорее всего, батл выйдет. Сегодня батл твердого знака и молодого казаха выйдет. Так, а мои батлы, ну, скоро должен выйти батл с Псайбоем, и все. Теперь у нас, когда там, 6 июля батл на рвать на битах. Кто шарит, знает. Вот, а мы будем батлить с одними лохами. Так, кажется, тебе есть что сказать, Килли. Ты же против Килли, да? Да, по-любому, твердый. Ну, посмотрите. Батл будет интересный, который сегодня выйдет на Top Flow. Батл будет интересный, который будет у нас 6-го. Вот, мы со знаком готовимся. Сейчас я пока, короче, решил прогуляться. Показать вам замок, пацаны, как он? Это Астана, чуваки. А, с лохами, по-любому, киргиз. Вот. Запустил трансляцию, по идее, как всегда, делать нехуй. Ну и вот афишу увидел, что инфа, хотел с вами поделиться, короче. Так, всем помахать. Рекламу Дизи делал. Не, чувак, я рекламу Дизи не делал, на самом деле. Просто Влад сходил, купил энергетики, и что-то я держал в руке, и думаю, ну, пусть она останется. Типа, ну, что их рекламировать, Дизи, тем более. Они и так нормально качают. Ну, вообще, наверное, можно, может быть, я это сделал на перспективу, да? То есть, летать надо каждый раз на батл в Питер. На 140 BPM, на этот рвать на битах, это уже проблематично. А так, хопчик и Дизи мне пишут, чувак, ты красавчик, у тебя там нормальные просмотры, отрекламировал нас, давай мы будем сотрудничать с тобой. Нормальная тема, это удочка. Нужно шарить в этом. Так, у меня хуй толще, чем ноги Плейблэка. Салам, салам, бро. О, Дияр Дасанов. Салам, братишка. А как ты будешь участвовать сразу на рвать на битах и 140? Вообще изи, чувак. Для меня батлить это только как бы кайф. Когда я пишу батловый текст, я сижу и кайфую. Вообще легко. Единственная проблема, то, что я в Астане, до Петербурга у нас там 3-4 тысячи километров, вот. Вот единственная проблема. Но я не хочу в Питере жить. Поэтому только так придется летать. А, точно выйдут в 2 часа. Да, в 2, в 3 шаришь весла. Ну да, конечно, чувак. Ты был в Узбекистане? Нет, к сожалению, не был. Я был на юге, короче, только в Шымкенте. Салам, родной. Салам, родной. Так, всем помахать. Всем помахать. Ой-ой-ой. Короче, я нахожусь сейчас на Богимбае, ой, на Кабанбае, Станинский шарит. Да, в Шымкенте я был, но так, чисто пересадкой. У меня был самолет, короче, в Москву через Шымкент. Ой, с Москвы сюда, через Шымкент.
Юг по тебе плачет. А, так. Надо в магазин зайти. Смотришь ФБ? Нет. Ну, ФБ так бывает. Смотрю, моментами включаю, потом что-то становится неинтересно, выключаю. Честно, вот честно, откровенно говоря, там какой-то долбоеб, который будет просто так пиздеть, типа засирать. Ну, что-то неинтересно смотреть этот сезон. Раньше было как-то поинтереснее. Или батлы под биты вытеснили акапельные батлы или что. Не знаю, уже интереса такого нет. Поезд летел с рельс, видел? Да, видел. Насчет поезда, да, видел. На битах Исла. Кого считаешь самым сильным противником на капе? На 140 BPM? Самый сильный противник. Ну, короче, я видел Макс Скири в деле. Красавчик. Хорошо делает. Салам. Так, когда плов в прямом эфире? Женя, 17. Ты какой плов? Нахуй Кингсту. Хорошо рвать на битах. Ну, рвать на битах я могу сказать, короче, что, в принципе, это формат наш. Мне кажется, мы в легкую в него втиснемся, потому что лайв-выступления всегда мне очень нравились, короче. Тем более со знаком, тем более казахи. Все равно казахам как бы получается, мне кажется, себя на сцене вот правильно подавать. Поэтому, мне кажется, все нормально будет. Я даже уверен, наверное. Уверен, наверное. Ой, что-то я так подзаебался, такой скучный, пиздец. Противники как? Противники OG Gang, короче. Два типа с Киргизии. Одного вы знаете, он батлет, у нас с ним давняя история. Вот. Будут наказаны и все. Когда начал читать реп. Ой, чуваки, сейчас я зайду, сигареты куплю. Этот. Потом выйду, буду курить с вами общаться. Хорошо? Сколько платят батла. Я расскажу попозже. Йоу. Надеюсь, трансляция не сорвалась. Так. Привет, Айка Мамитова. Привет, привет. Здорово, здорово. Так, короче, на батлах. Ну, честно говоря, на батлах нормальные деньги не платят, как бы. Был проект Fidelio, я, наверное, уже могу говорить, в принципе, что там было по бабкам, да, вот, кто шарит. Те в курсе, то, что там был контракт, там платили бабки. Вот. Почему не батлишь так часто на Тофлоу? На Тофлоу я побатлил один раз, дабы качнуть площадку, а так мне, я не хочу с нашими чуваками батлить. Если бы кого-нибудь привести, я хочу выйти на Танира, хочу забатлить с Таниром каким-нибудь там, ну, с такими, знаете, типа известными чувачками в Казахстане, показать им то, что время идет, они остались на месте, короче. Судя по всему, Танир, ну, Таниру невыгодно батлить с такими новыми чуваками в культуре, потому что он может все потерять. Когда концерты? Концерты 23 числа, 23 июля, июня. Вот через неделю будет. Бабоныч, Багоныч, походу, много бабла раздавал. Ну, блядь. Короче, Габоныч только бабла разъебал, как ты говоришь, что уже площадка закрылась, короче, она батлов не проводит.
На Fidelio платили, ну, уже это не секрет, в принципе, уже все знают, платили 20 штук рублей за батл, плюс там гостиница, туда-сюда, все нормально было в этом плане. Забатлись Hero, но Hero уже все. Hero, респект, красавчик. Только жалко, что он закончился, если когда начал свою карьеру. Ой, блядь, если так говорить громко прям про карьеру. Короче, заниматься хуйней это я начал где-то в классе, наверное, 9-10. Стандартно, как и все домашние рэперы, короче, сидел дома, купил себе микрофончик, записывался на Adobe Audition 1.5. Вот. Нет, на РНБ я еще не батл. Батл будет... Сегодня вышла афиша, батл будет 6 июля. 140 BPM отборочные. Они афишу еще не выкладывали, но в конце июля, кажется. Короче, у меня там 2 недели между батлами, вроде бы. Ну, где-то там что-то такое, в конце июля, вроде бы. Просто он свою карьеру проебал, да. Биг Булат что-то вовремя, ну, не засуетился. Так, из хуйня конфетка в итоге вышла, из хуйни. Ислам Селкум, его надо встряхнуть, он вернется. Да, не знаю, мне, например, а кому это надо, кого-то встряхивать, как бы? Не знаю, всю жизнь вот такой подход, типа, блядь, если ты сам себя не встряхнешь, типа, сам себе не скажешь, надо ебашить, да? То никто, ну, никому это нахуй не надо. У меня тоже нет смысла каких-то там левых людей, которым я лично не знаком, встряхивать, говорить им, что там, давай двигаться туда-сюда. Я мотивирую только своих кентов, своих чуваков, с которыми мы занимаемся этим. Тебя взяли нарвать на битах? Да, взяли. Не тяжело будет текст на 140 писать на РНБ? Да нет, в принципе, на 140 отбор будет, кажется, 2 раунда по одному залету на бит, то есть там по 16 строк, да, там 32 строки, думаю, хуйня полная написать. Да, фло ожидается что-нибудь, отбор есть. Топ-флоу у нас еще сезон не закончился. Салам алейкум, Бахтияр. Не тяжело. Чуваки, извиняюсь, короче, меня набрали, поэтому пропал. Так, на чем я там остановился? Короче, хуйня полная, на 2 площадки текст писать изи вообще, блядь. Я люблю это делать, люблю писать батловые тексты. Вообще легко, проблем нет с продуктивностью. Вот. Лайсен роднуля, потихоньку роднуля. Где сейчас находишься? Я сейчас на ЖК Триумфальный. Ну, короче, на левом берегу, где я маг. Дональдс. Приеду как-нибудь на топ-флоу. Давай заезжай, чувак. КРГ у тебя... А, КСТ Костанай. Еще земляк, ничего себе. А, КРГ. С Караганды. Твои земляки же тоже участвуют у нас. 11-й прошел, кажется. Ну, точно не знаю. Ебать, Арнул. Первая заявка, прямой эфир утром. Тоже заявка в той же одежде. Не понял. Ты про что говоришь, Фатихов? Стэн, салам алейкум. Дима, МЛГ, привет. Залетай в Косту. Да, в Кустанай мы будем. 2-го, 3-го числа мы будем в Кустанай. Может быть, на обратном пути там в Кустанай подвигаемся. Так. Твои 2 заявки. Так они же не в один день были, мои 2 заявки, чувак. Одну заявку мы, блядь, выложили, не помню когда. Ну, там был промежуток 2-3 недели, точно, если не месяц. Так, сходка будет в Кустанае? Чувак, если хочешь, если будет много желающих, мы можем сделать сходку, там встретиться с чуваками, пообщаться. Может, даже где-нибудь выступить. Ты крут, спасибо. За кого чемпионат мира? Бля, не знаю, за Португалию, может быть. Так, Исла, ты просто... Кстати, сейчас матч, да, идет или уже закончился там? Мексика играет с Германией.
если кто-то смотрел или смотрит, скажите, что там по счету. Если ты просто топчик, надеемся, как минимум 200к со 140 заберешь. Как минимум 200, да, я тоже на это надеюсь, чувак. Когда в Шим опять залетишь? В Шимкент, не знаю, не собираюсь, чувак. Мексика выиграла 1-0. Базара нет. Удачи тебе в отборе. Спасибо, чувак. За Казахстан. Мади Бризи. Салам, Мади, как ты вообще? Германия соснула. Ништяк. Мади, что, когда в баскет пойдем катать? Спасибо, чуваки, за информацию. О, Александр Попенков, завсегдатай моих прямых эфиров. Привет, Александр. Атарама. Хайда Жирсин. Ничего, гуляю, братан. Ханграмс, как всегда. Басабер, казак, бас алга. Ешкімнен қорықпа, силамайтын адамдарды. Сындырып таста. Тағы не айтайын саған? Айтатын сөз жоқ. Казақтардың мінездері, как электрошок. В любое время. Давай, братан, что, ты же инициатор, по идее. Давай словимся как-нибудь, покатаем. Салам алейкум, как тебе заявка? Некий Н. Я не знаю такого чувака. Ну, блин, напомните, что там было. Мы если заявки, если вспомним, скажу. Иса салам тебе с Карабалтов. Кыртан. Харабалты, что ли? Что-то знакомое. В общем, Ебрад. Кто такой Иркутсград? Не знаю. Так и надо, брат. Да, надо, надо. Надо в баскет покатать, Мади. Я уже давно собираюсь. А тебя звал, хули, мазался? Братан, я же тебе говорил, я уставший был, как бы. На выходных вот можно было, блин. Здорово. QWERTY321i, здорово. Некий N прошел в отбор. Отбор чего? 140 BPM или этот? Рвать. Короче, я не знаю этого некий Н, хуй пойми, кто это такой. Салам с Караганды, салам Караганду. Во вторник, давай. Давайте о чем-нибудь интересном, чуваки, поговорим, типа там, какие-нибудь темы актуальные, что у нас происходило недавно. Вот там поезд на юге Казахстана сошел с рельс, да, я слышал. Салам, братка, когда будет новый сезон? Новый сезон чего? Топ-флоу? Новый сезон топ-флоу, не знаю, когда будет. Привет, Мадиев же. Я же не занятой. Ну, братан, да. О твоем никнейме. Давай поговорим о моем никнейме. Бегает такой маленький Исла де Муэрта во дворе. Остров мертвых. Это был, короче, самый лучший батл со стороны моего оппонента, когда я батлил с Рейтрауном. Мне очень понравилось. Фиты будут. Салам алейкум. Фиты будут с твердым знаком. Фиты будут там еще с какими-то чуваками. Чувак, тебе чемпионат мира, бля. Ну, на чемпионате мира, походу, пиздец, все бабки проебывают. Жопы горят, на. Короче говоря, салам, как сам? Потихоньку, Александр Попенков, я с тобой поздоровался, это минуты две назад. Что-то дилей какой-то. Ты прошел отбор? Я прошел отбор. На каком районе жил в Косте? В Косте жил я, короче, на КСК жил. На КСК, да, на Герцена. Давай к нам в Израиль батлить. Ебать, в Израиль. Чуваки, дорогу оплачивайте без проблем. Актюбинск. Выкинуло что-то. А, понятно. Я, кстати, недавно смотрел интервью Шока, где он был в Израиле, кажется. Ислав здание. Салам сактобе. Кстати, чуваки, покажу вам, какой вид здесь прекрасный. Хотите посмотреть? Это, короче, какая-то хуйня, я не знаю, что это за здание. Вон там театр. Какой-то охуенный, я там ни разу не был. Тебя приняли на РНБ, да? Приняли. На отбор готов? Нет, пока не готов. Здесь у нас, короче, какая-то хуйня. Еще какая-то хуйня. Еще какая-то хуйня. Здесь тоже хуйня какая-то. И вон там тоже хуйня. Да хуя хуйни у нас в городе, честно. Че там, сколько за победу на 140 BPM? А тебя только деньги, да, интересуют, Мирхат? Вот кто начинает все это дерьмо из-за денег, он заканчивает не очень. Как же энтузиазм? Как же желание?
Я вот смотрел их батлы и думаю, я бы там каждого перечитал. Я бы их всех там перечитал, поэтому пошел на сезон. Кстати, если серьезно, то на 140 я сдал заявку только из-за того, что чуваки проголосовали, типа, да, сдавай. Потому что мне многие писали, сдавай, писали, чуваки, не сдавай. Я думаю, блядь, стоит, не стоит, как бы. Все-таки, ну, самого у меня желания особо не было, но как бы, чтобы порадовать слушателя, зрителя. Вот. Ждешь зарубу с Артуром. А что ее ждать? Она будет в любом случае. Я готовлюсь и все. Короче, я тебе в директ. Давай, давай. У тебя правда хуй толще, чем многие плейбэки. Да, многие плейбэка видели. Исла, когда будет батл твой? Наша заруба, это залупа. Нахуй Путина сидел Кингстон, сидя в Израиле. Охуенно, бля. Да. Что там с Габонычем? А, Габоныч жив-здоров вроде. И новостей не было по нему. Дреды как? Дреды, это не дреды, чувак. Салам Сактал, салам Вактал. Как тебе оппонент Пити, вроде мощный? Пити, я не знаю, чувак. Леха Медь на велике. Йоу. Ноги Плей Блэка. Короче, ну, панч про ноги Плей Блэка хуй толще. Это, ну, типа, все чуваки должны покупать, что это отсылка к шоку. Ну, некоторые дауны мне пишут, блядь, ты говоришь, что у тебя пиздят панчи, но ты сам пиздишь панчи. Типа, и скидывают мне шока трек, тайминг, там, клип, где он это говорит. Говорю, бля, ебаный в рот, ну это же видно, то, что это просто отсылочка. И, потому что это дань уважения шоку, респект. На самом деле, у меня сомнительные чувства шоку, короче. То респект, дизреспект. Ну, сейчас он поумнел, сейчас базара нет, разговаривает, интересно его слушать, нормальные позиции у него. Но раньше немножечко был долбоебом. Когда выйдет твой батл на РБЛ? На РБЛ батл не выйдет. Посмотри заявку Ники Н. Я думал, Ники Л уже. Семска пацан. А, русский чувак с Казахстана. Да, я понял, о ком ты. Я видел, но я не помню, что там было. Нормально, не знаю. Пью коньяк, чаще чем вам считать. Ой, чуваки, тут, блядь, батл цитат, да, начался? Как тебе кукиш с Хаслом? Нормальный челик. Каждый их трек это анекдот, каждый мой трек это анекдот. Воу, блядь, олдовые чуваки здесь сидят. Ты судил его вроде. Я судил. Судил финал. Да-да-да. Когда батл заебал? Хадиша присоединилась. Привет, Шамиль, все, короче, привет. Нигер X прошел. Да, кстати, блядь, я очень удивлен, почему прошел. Ну, когда прошел Нигер X, я очень удивился, потому что, в принципе, у него заявка ебаный кал. Я бы его, блядь, перечитал. Как, когда батл заебал. Как говорит Скриптонит, эй, я тебя не ебал, говорит. Знаете, реально Скриптонит вот так сидит и чувакам отвечает. У него там 1000 человек на трансляции. Он говорит, ты слышь, в смысле заебал, короче, блядь. Я тебя не ебал, а если бы ебал, что-то там, походка сменится, там, выебу коня родишь, короче, блядь. Полная хуйня. А что с Капрановым не поделили? Хуй сосил его в сторис. А, да, это челлендж, братан, это челлендж. Знаешь, такие модные штуки сейчас, короче, в Инстаграме, батлы. Просто угораем. Мои ноги жирнее, как щеки Исла. Блядь, чая, ладно, шучу. Просто Нигарекс задонатил Кингси. А хуй его знает, за что этого Нигарекса взяли. Это полная хуйня, полное дно, ебать. Донный чувак. Тот же самый Лодос, просто донная заявка. Да хрена всяких, блядь. Ну, реально, говна набрали, блядь. Вон, Стэнса не взяли, блядь. У Стэнса заявка охуительная, блядь. Я не знаю, пиздец, несправедливость какая-то. В натуре надо менять виды на лимит казахов. Да, Скрипи видел этот эфир. Он еще в этом эфире за кента вступался, ебать. Ор был. Да, возможно, короче. Чуваки, ладно, будем прощаться, короче, потихоньку. Там нужно этот... С одним человеком встретиться, короче. Все, всем респект, всем... Как говорит Сайбой, одушиночка.